Северный район курорта должен стать не хуже Адлерского и Центрального. Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов. Изменить внешний вид должны не только объекты вдоль федеральной трассы, но и поселки, а также спуски к морю. На сегодняшний день уже проведена инвентаризация улиц Лазаревского района. Теперь необходимо изготовить 2700 паспортов объектов всех форм собственности. У нас резко отличается Лазаревский район от Сочи. Да? Ну, во-первых, там вот захламывают, во-вторых, этих ларьков очень много, в-третьих, каждом. Ну, можно, раз люди, другого нет достатка, и все за счет этих ларьков живут, можно их оставить в городской среде, правильно? Но при этом эти же ларьки могут стать украшением городской среды. Очевидно, что интерес к Сочи растет с каждым днем. На курорте, ко всему прочему, развивается такое направление, как этнотуризм. И именно Лазаревский район может стать флагманом в этом направлении. На масштабную работу по приведению района к единому архитектурному облику понадобится чуть больше года. Сократить время поможет уже имеющийся опыт Адлерского и Центрального районов. Архитекторы, уже знакомые с этой работой, занимаются подготовкой эскиза в Лазаревском районе. Так же, как и во время Олимпиады, малоимущим и незащищенным слоям населения будет оказана поддержка.